Здравствуйте! Я сертифицированный методист учения Древа Жизни Людмила Нехаева. С учением Древа Жизни я познакомилась в конце 2014 года, когда классическая медицина поставила мне диагноз – болезнь Пехтерева. По мнению врачей, это заболевание неизлечимо. Но меня это не устраивало, и я нашла способ поставить себя на ноги. Именно технологии Древа Жизни помогли мне преодолеть недуг. С тех пор я не расстаюсь с этими знаниями, продолжаю их изучать и работать по ним. С января 2016 года я стала вести преподавание для единомышленников в Санкт-Петербурге. На занятиях мы разбираем новые технологии, применяем их на практике, делимся знаниями, опытом и результатами. О некоторых результатах исцеления по методикам Древа Жизни из Санкт-Петербурга Александр Кипкало рассказал в своем фильме «Школа преображения». Базовый курс – это начало обучения в школе волшебных знаний, которую создал и возглавляет Аркадий Наумович Петров. Это буквы, из которых вы сможете складывать слова и предложения вашей счастливой жизни. Я, как проводник в этом процессе, помогу вам понять, как восстановить эталонное здоровье своего тела, что для этого надо сделать, где находится причина, над которой надо поработать. Расскажу рабочие технологии для решения ваших вопросов. И тут же, на курсе, применим эти техники. При работе в группе старт процесса исцеления идет мощнее. У многих результат проявляется сразу. За 4 дня занятий на базовом курсе вы получите основы понимания о мироустройстве, которые помогут вам во всех восстановительных процессах. Вы получите целую систему технологий, и они при вашем личном применении могут стать для вас базисом желаемого настоящего. Здесь и сейчас. Для этого я расскажу, как можно проработать негативные моменты прошлого, выстроить гармоничное будущее и привнести все изменения в настоящее. Какие при этом помогают органы, через какие технологии надо действовать. Расскажу вам, как получилось у меня восстановить гармоничные взаимоотношения в семье. Ведь совсем недавно мой младший сын прошел по собственному желанию базовый курс «Древа жизни». Хотя изначально все мои родные относились к этому учению более чем настороженно и даже активно отговаривали меня. Теперь все изменилось. И вы можете поменять все в своей жизни, что пожелаете исправить. Человек может все. И это не простые слова. Многие прошедшие обучение в Древе Жизни личным примером доказали и доказывают это ежедневно. Я одна из них. Я с радостью поделюсь с вами всеми своими умениями, навыками, знаниями и опытом. Приглашаю вас на мои занятия. В Пушкино ближайший базовый курс проведу с 22 по 25 ноября. В Санкт-Петербурге базовый провожу ежемесячно или по набору группы. Также преподаю единомышленникам в клубе «Единство» несколько раз в месяц. Приходите, знакомьтесь, действуйте.